Я не умел на коньках кататься. И они лежали на чердаке. И, наверное, ржавели. Я очень хотел научиться кататься. У нас во дворе все умеют кататься. Даже маленький Шурик умеет. Мне было стыдно выйти с коньками. Все смеяться будут. Пусть уж лучше коньки ржавеют. Однажды папа сказал мне: «Коньки я тебе купил напрасно». И это было справедливо. Я взял коньки, надел их и вышел во двор. Каток был полон. Кто-то смеялся. «Начинается», — подумал я. Но ничего не начиналось. Меня пока не замечали. Я вышел на лед и упал на спину. «Сейчас начнется», — подумал я. С трудом поднялся. Мне было трудно стоять на льду. Я не двигался с места. Но самое удивительное было то, что никто, абсолютно никто не смеялся, не показал на меня пальцем, а наоборот. Маша Кошкина подбежала ко мне и сказала: «Дай руку». И хотя я упал еще два раза, а все равно был доволен, и я сказал Маше Кошкиной: «Спасибо, Маша, ты научила меня кататься». А она сказала: «Ой, что ты, я только тебя держала за руку».